Приветствуем вас на нашем канале Адольфинок, и наша команда приветствует вас. Ну что, ребята, как ранее обещали, показываем вариацию шашлыка в Карпатах. Вот он перед нами находится. Вот он. Сначала высота, где получается мясо томится, потом мы его опускаем. То есть процедура происходит образом таким. Мясо томится, потом мы его опускаем. Оно находится под вишневыми чурочками. То есть, соответственно, коптится. Но главное, ну что, да, как бы обрати внимание, значит, что происходит вообще в округе. Значит, ребята перебазировались, значит, в беседку. В общем, ребята занимаются. Чем мы занимаемся, ребята, покажите. Выполняют ребята нарды. А именно, выполняют на сегодняшний день, перед ними стоит задача, это они выполняют боковые части, оформительные части нарды. То есть это они, я так понимаю, перешли на вторую половину, поэтапно, постепенно, где-то есть грязнота и прочее, но прежде всего ребята старательно выполняют. То есть пока мясо не выполняет такой функционал, готовится мясо. Но мы не должны забыть, есть у нас дедушка. Где он? Вот он. Да, есть такой? Да-да, вот он спрятался. А ну-ка, давай покажем. Ну, дедушка выполняет. Сколько вам лет? 65. 65 лет человеку. Ну, ребята, вот так вот примерно. Последовательно, терпеливо, с трудом. Что тут сказать? Старательно. Нет слов. Без комментариев, ну комик. То есть, как ранее обещали, что у вас, как говорится, вот такие вот реальности. Вот на природу, вот мангал. Вот у нас слегка подгорает. Слегка. Там бугонь. Так что примерно. Так что примерно вот такая вот история. Вот так вот мы показываем. Ну, смотрите дальше, будем поэтапно, постепенно показывать саму процедуру, как выполняется, сейчас заканчивают борта. И уже, я думаю, более основательно покажем, как делаются сами полотна, конкретно именно резетки в центре. Так что, ребята, не будьте строгими, подписывайтесь на канал. А реальности примерно вот такие стейки. Так что, теперь поднимаем их на высоту, а другое мясо опускаем. Так что да-да, подписывайтесь на канал. Все офигенно. Резьба по дереву, Карпаты. Как говорится, все расширено. Весьма расширено. Все просто. Всем, как говорится, нравится. Так что всем пока-пока. Смотрите за событиями.